половину пятого утра за домом на улице Мира 44А произошла потасовка. 26-летний рецидивист зарезал молодого мужчину, а от одного удара он скончался на месте. В настоящее время обвиняемый в июле текущего года, освободившийся из места лишения свободы, где отбывал наказание за преступление против собственности, задержан. В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражей. В ходе расследования уголовного дела установлено, что за 2 часа до указанных событий обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, незаконно по надуманному поводу проник в квартиру 2-го подъезда дома по адресу улицы Мира 40, города Лангепас, против воли владельца, чем нарушил его право на неприкосновенное жилище. Кроме того, органами полиции в отношении того же лица возбуждено и передано в следственное дело уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного в части 1 статьи 213 Уголовного кодекса. В настоящее дело, время по уголовному делу проводится весь комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.